240 мечей не могут улететь из аэропорта города Камрань во Вьетнаме. Рейс компании Azur Air сначала несколько раз задерживали, а затем его перенесли. Причина отмены – техническая неисправность самолета, говорят о мече. Ориентировочное время вылета – 3 часа утра по омскому времени. После 6 часов ожидания туристам выдали еду и воду, а позже вернули багаж и отправили обратно в гостиницу. Отель, кстати, хочется отметить, неплохого уровня. Это единственный плюс вообще этой ситуации, что, по крайней мере, мы можем сейчас отдохнуть, помыться. У многих сорвались дальнейшие рейсы. То есть есть также пассажиры из Казахстана, у которых по прилету в Омск были запланированы перелеты и переезды в города Казахстана.